Здравствуйте, все те, кто смотрит данное видео со мной. Вот так выглядит Тимон. И да, это я. Я сейчас лежу, вот видите, во сне и разговариваю с вами. Это SCP. Богом забытое место. Вот куда меня только не занесет. Глава первая. Пробуждение. Идет загрузка. Чтобы подняться, прыгните. Ну хорошо, как скажешь. Подпрыгнул. Это планета Земля. Это круто. Я буду на планете Земля, уже хорошо. Это уже... Так. Есть на Земле места, хорошо. На такие места даже. Уточнять надо. Да хватит уже космос-то показывать, на самом деле. Я не хочу быть этим. О-о-о! А, о существовании. Я думаю, о-о-о! Это Луна? Что это? Ну, ладно, у меня с космосом не совсем лады. Ага. Лучше никогда не узнавать. Да и слава богу, я вот единственный, который везде залажу там. SCP-XXX1. Точнее, XXXI. Богом забытое место. Ладно. Потихонечку я начну. Ух, его перни. Так как так-то? Уж... Так вы это. Фонарик? А тут светло как бы, я не хочу фонарик. Можно я вон? Какая-то кушетка у меня странная, деревянная. Вон там мусорка есть. Давайте в мусорку взглянем. В мусорке обычно что-нибудь есть. Да нифига там нет, он какая-то странная. А фонарик какой-то не светит. Как его включать? Но... Как его включать? Ух, ё-моё! Как, я не успел его добрать, да? Или успел? Говорил, не отвлекайся. Вот ты не отвлекайся там. 173. Мужчина, то все хорошо? F, ну ладно. Ух ты, что? Твою мать! Где он? Вы видели это, да? Если вы это не видели, я советую вам быстро перемотать и быстро поставить на паузе. Она такая, знаете, там очень-очень-очень интересность есть такая вам. Кто там шебуршит? Я не знаю, давайте... Опять лабиринт, да как так-то? Ай, я не буду шутить про то, что лабиринт. Я просто с фонариком уже. Но, по крайней мере, мало таких лабиринтов, которые на самом деле я вот с фонариком ходил. Так, что? Где? Так как так-то? Ай. Какое надо было в настройках не полазить, если они здесь вообще есть. Ой. Там кто-то мусор вынес, что ли, не знаю. Я и пойду вот так вот. Я забуду все. Это что за бельмо на глазу у меня? Я... Как так там? Даже не светит нифига. А, во! Все, о, это... Чего? Чего? Вы чего? Это... Все хорошо же, да? Все же нормально. Так как так-то? Ау, что-то меня боком ведет. О! Нужна карта... Что? Какая карта? Вы чё? Ладно. Выход я нашел, это уже хорошо, это замечательно. Нужна карта. Я знаю, что карта нужна. Чё ты мне повторяешь-то по 10 раз? Ты мне главное это... Выход дай, в котором... Ну или чего, где там карта доступа лежит? Ух ты ж... Твою мать! Что это стена? Это дверь. Кто сломал дверь? Вот вандалы, а? Вот что? Я, значит, тут хожу строителем, значит, тут. Говорю, ребят, я вот давайте так. Вы мне заплатите, я про. О, узкие как. Ох, что это? Кто это? Да как-то. Что-то я что-то говорил, да? Я забыл, что я говорил. Вы уж меня простите, но я что-то. А, так вот. Так, стоп, сейчас. А, все. Вот, я говорю, ребят, вы меня выпустите? Я вам что-нибудь построю, отремонтирую там. Он говорит, ну хорошо, только у тебя квест. Я говорю, какой? Она говорит, найдите карту. О, лестница. Лестница. Ты, ребят, как я давно не ходил по лестницам. Да, мне же говорили подпрыгнуть. Да, все. У меня все замечательно, у меня все хорошо. Я с фонариком, я же... Что? Где? Фонарик? А, ну ладно. Я думаю, я сломал фонарик. Если бы я сломал фонарик, это было бы на самом деле очень плохо. Потому что я забыл. Я вообще что-то для этого историю какую-то рассказывал, опять забыл, да. Хватит меня пугать. Я, между прочим, это. Тут. Учителем истории записался.
там, или, не знаю, литературы, или... Ну, кто там обычно рассказы пишет? Я не знаю. Просто... Так, ты... Кто? Что? Как? Почему у меня фонарик выключается? У меня вроде батарейки не садятся. Вроде ничего не садится. Я не сажусь. Я, кстати, я могу... Что? Пум. Ну, блин, зачем ты застрелился-то? Ты чё? Чего? Ты не выберешься живым, Я не хочу! Я хочу выбраться живым! Обернись! Я не хочу оборачиваться. Можно я так постою, посмотрю, так, ну, красивая надпись, так, краска красивая. Так, оп! Ух ты, твою! Какого, кто это сейчас? Что это сейчас было? Воу! Монстр, полегче! Симпатяга. О! Так, все, наконец-то я смог развернуться. Там прокричала женщина. И я, конечно же, как полный. Ну, вы поняли. Пошел, говорю. Там прокричала женщина. Да, я это хотел сказать. Так, только карту доступа, кстати. Мне же надо карту доступа найти. Но... Я, правда, не помню, где она находится, эта карта доступа. Но там как-то... Что-то надо сделать. О, симпатяга. Фонарик. У меня фонарик не работает. И чего тебе? Что делать-то? Давай попыримся друг на друга, мужик. Ух! Я понял, как тебя надо победить. Я побежал, мне он такой, мужик, ты страшный. Я говорю, ну, типа да. Он говорит, я пошел. Я говорю, ну, давай. Он говорит, ну, ладно. Я говорю, ну, окей. То, что разговорчивый попался. Знаете, я сейчас со всеми просто... этими... Как? Со всеми монстрами я тебе так общаюсь хорошо. Они... Ты свой. Я говорю, а я как будто не знал. Я говорю, вот ты мне, блин, новость сообщил. Он говорит, а, ну, ладно. Я говорю, ну, окей. Он говорит, договорились? Я говорю, вот, все замечательно. Ну, в общем, он сказал, иди. И я пошел. В общем, теперь... Ух ты ж, блин! Ты кто, блин? Кто ты нафиг такой? Я не понимаю, вы, ребята, что так... Оп! Женщина. Какая же симпатичная, прям вот... Я в замке нахожусь. В старых замках всегда есть такие картины. Все, я понял, я владелец. Ух ты ж, там что-то красное, я не хочу туда идти. Можно я развернусь и свалю нафиг отсюда? Смотри, какое симпатичное бельмо. Ну, по крайней мере, там свет, это уже хорошо, на самом деле. Так что я, пожалуй, все-таки пойду. Или не пойду. Я не хочу туда идти. Я здесь останусь. Хотя, с другой стороны, сзади вроде кто-то ходит. Спереди что-то красное. Но сзади кто-то ходит, а спереди свет. Давайте подумаем. Лучше, наверное, на свет. Ух ты ж, ты человек. Робот. С тобой все хорошо? Ты поломался немножко, ну ладно. С кем не бывает. Со всеми роботами случается то, что они ломаются. Как бы у всех же был в детстве, правильно? Такой, знаете, игрушечный робот. Замок. Ну ладно. SCP-087-C. Впервые в историю фонда удалось создать искусственный образец объекта класса киллер. Видите, это киллер. Данный объект позволит с минимальными затратами на транспортировку сотрудников класса D изучить свойства 087-го. Я пошел, короче. Ничего не хочу знать больше о нем. Я сейчас там... О! Перила! Перила, это хорошо. Это здорово. Я люблю перила. Я просто такой говорю. О! Ну я же строитель, я же вам говорил, да? Я не просто строитель, я плотник. О, я вам открыл тайну, кем я являюсь в хоррорах. Я являюсь плотником. Ладно, все. Так. А где выход-то? А, блин, мне же ключ-карту надо найти. Точно. Все, вспомнил. Мне нужна ключка. Окей. Я вообще, кстати, на самом деле даже не помню, откуда я пришел. Потому что у меня фонарик такой, знаете, тупой. Просто ух, ём. А я, кстати, видите, да, я ниже перил. Я такой, я этим. Ну, значит, я такой... Карликовый плотник такой. С карликовым молоточком. И карликовыми гвоздями. И карликовыми гвоздями. И карликовыми... Ну, вы поняли. Досками. Вот. Карликовыми. Кораль, кра...
Я пока не скажу, я не отстану. Карликовыми, во. Вспомнил слово, вот видите, да? О. Так, господи, когда эти ступеньки-то уже кончатся? Тут металлические, кстати. Я сейчас, понимаете, тут... Сейчас пока вот нигде кирпича я не встречал. Знаете, что это значит? Значит, я кирпично не боюсь. Это я вам железно не боюсь. Я, видите, серьезно, видите, железом, деревом и всем другим. Я теперь буду откладывать другие материалы. Все, я в основном дерево, я же плотник. Воу! Ну, здравствуй. Можно, можно тебя на минуту? Можно тебя на минуту? Нет? Можно, нет? Да кто ответит, что ли? Я не знаю. Ну, вот. Я расстроен. Все, он не хочет со мной разговаривать. Он такой говорит, не, я не друг. Я... Говорит, с тобой все разговаривают, а со мной ты с первым не заговорил. Вот я на тебя обиделся и больше не буду с тобой разговаривать. Я говорю, ну, что поделать, извини меня. Он говорит, не извинился. Я говорю, ну, ладно, я пошел. Он говорит, ну, иди. Я говорю, ну, окей. Как бы... Ну, обычно мне они рассказывают историю своей жизни. Как бы я родился, я лечился, там, не умер, встретил тебя и тому подобное. А этот говорит, ух ты ж твою! Ты кто, блин, твой? Этот череп был. Это был скелет, это был... Кто? Это что? Это что сейчас? Это кто был? Опишите мне. Ух ты ж! Я теперь перилов даже шугаюсь. Вот что за человек? Я только расслабился там. Только успокоился. А тут такой, оп, здорово. Я говорю, пошел ты пугать других людей. Сейчас чуть... Просто я сначала, знаете, думал, ну, сейчас чуть не обругался, и застопорился, потому что думаю, блин, а как я запипикивать-то буду? Звездочек-то нет. А, говорит, а потом так мысль такая, говорит, так зачем запипикивать? Ты обойди им. Я говорю, о, мысль, ты молодец. А говорю, ну, все, теперь я не... Ну, я еще и философ, оказывается, вот это просто сейчас. Я столько открытий про себя сделал сегодня. Просто ух. Просто ох, какой я человек. Ну, знаете, себя пока не... Себя не... Как там говорят? Никто не похвалит, пока сам не похвалишь, или как-то так. Ну, в общем, по этому принципу у меня и получилось, на самом деле. Я на самом деле так не хотел делать. Оно как-то... Оно... О! Чё, аварийное включение электричества. Это хорошо. А может, мне карта не нужна? И чего? Ага. Аварийное включение электричества. И чего? Ну, а где электропитание? Где электричество? Я вообще-то включил его, а не выключил. Или выключил? Если я выключил, зачем я это сделал? Ну, с другой стороны, что мне выключать, если света вообще не было? А если его не было, я его включил? Так где? Тогда где он? Что? Воу. Вот, давайте попрыгаем. Я сейчас с физкультурой так займусь, так, чтобы жирок растрясти. Я просто толстый очень, я толстый карлик. Я такой упитанный весь, знаете. Ну ладно, об этом потом. Это поиск диетолога по лабиринту. Там как бы были кто-то, ну, на картине он был, наверное, я не знаю. Говорит, вот меня по картине ищи, я, говорит, вот так вот выгляжу. Я говорю... Ну, ты, говорю, подсказал прямо. Я прям сейчас такой... Просто... Как бы... Вот, я забыл, что хотел. Я снова забыл, что хотел. И вот видите, как хорроры, когда разговариваете, да, влияет как. Ты хочешь что-то сказать, он такой, а вот нифига не скажешь. Я говорю, ну, ок. Так вот уходит. Ну, что-то сейчас, знаете, сейчас слишком тихо стало. Ну, кроме моих ног. И все-таки я реально меньше стал. Я и так-то был сначала нормальным, потом... Сейчас потом стал меньше, и теперь я вообще маленький. Надо же голова самый не торчит выше перила. Это ж насколько я маленьким должен быть, чтобы у меня голова выше перила не торчала. Это я сейчас просто в шоке. Ну ладно. Так. Чё за свист? Это что-то сзади? Это что-то спереди? Где? Ну это, знаете, чайник такой свистит, говорит там. Ну я поставил, как бы, и оно... Вот. Может, мне что-то с картиной надо сделать? Как бы тогда она не тыкалась, но я же вниз спустился, включил что-то электричество какое-то. И чего? И картина? Что, нельзя ничего, что ли? Ну ладно, я пойду. Я расстроен, все. Я не люблю искусство теперь. Я не люблю картины с людьми. Ну, в смысле, с такими людьми. А, ну, значит, мне надо сделать действие на картину... Екатерины... Какая там Екатерина была?
Там была вторая? Там была пи... Я не помню, короче. На картине пусть это будет Екатерина. Я все. Я решил. Я просто... Ох, как... Я так чувствую, что я что-то несу. Ну, для начала я несу разговор, и что-то у меня вот персонаж, он реально меньше там... Ладно, не суть. А, суть в том, что я несу что-то тяжелое, потому что я очень сильно брякаю. Вот, только не понимаю, чем. Так. Кот тут слишком громко мяукает у нас. Ну, точнее, не мяукает, урчит. Он просто как бы тут спать лег. Да, я такой, ну и слава богу, потому что пугать меня не будет. Но он пугает меня своим урчанием. И немножко, знаете, мешает. Надеюсь, вы не слышали того урчания кота, которое на самом деле находится рядом со мной. Такой, знаете, есть лежачий полицейский, а есть... А у меня вот есть лежачий кот. Вот, я такой, знаете, индивидуалист. Так. Ну, это надпись, вы ее помните, а вон там... Там киборг, там робот. Так, свет. Ух ты что, мать, какого фига, ты чё, офигел что ли? Я не хоть, я вот не покупаю за детям игрушек. О, в смысле, игрушки покупайте, но не покупайте им роботов. Они журчащие. Дама, не плачьте. Я не хотел вас обидеть. Я ничего не хочу, я как бы... Но мне нравится то, что я вот здесь не умер ни разу еще, на самом деле. Это замечательно. Я просто... Просто я сказал себе, я не умру. Я не умру в лабиринтах больше, никогда в своей жизни. Просто это... Умереть в лабиринте, это просто... Кто там бегает? Кто ты нафиг такой? Иди отсюда. Я... Змея какая-то ползает. Вообще, при чем здесь змея? Я вообще не в зоопарке. Я просто зашел в здание, мне говорят, ты будешь объектом для исследования, как его, ну, там, чего-то там, короче. Я говорю, мужики, не серьезно? Они говорят, да нет, серьезно. Мне нужна ключ-карта. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты чего как? Выйти-то отсюда. Ну ладно. Фух. Так. Мне надо как-то выбраться. Так. Я правда не знаю как. Где-то. Вот у меня как бы есть один вариант, где находится ключ-карта. Но на самом деле это было бы и логично, и нелогично. Но я все-таки попробую до туда добраться. И это я предполагаю, что это у меня вот у камеры. Там, по-моему, какой-то проход был. Или не было, не знаю. Ну, как бы я все походу обошел. Больше я ничего здесь не вижу. Только вот где моя камера была. Я пойду вот сюда. Это, по-моему, неизведанный путь. Какой-то наверх. А, вот, кстати, вот здесь что-то класса D 371.7. Ну вот здесь я и был, по-моему, это решетка моя. Вот все, да. Мне наверх. Воу! Все в норме? Все хорошо? Так, да, мне не сюда. Все. А может не сюда? Я не знаю, мне просто некуда больше идти. Я могу вернуться вот за решетку. У меня такой вариант есть. Я могу здесь обшарить. Этот камеру свою, если это моя еще камера. Так, здесь ничего. Ну ладно, что поделать. Значит, я несчастливый человек. Пентаграмма. Мусорка. Мусорки ничего нет. Так. Так, вот он выход, по-моему, из этого. Из решетки, да? Наверное. Так, да, вот он выход. По-моему, и я не помню, откуда я пришел, то ли справа, то ли слева. Я не знаю. Сотрудник вот класса, это я, походу. Я не знаю. Ну попробуй туда.
бы и... Ничего, как бы я не знаю. О, это, по-моему... А, вот, проход. Так, как-то тут что-то там есть, поди. Наверное, сюда, я не знаю. Попробую, потому что у меня вариантов просто... О, вот, выломанная дверь. Я помню, тут ее кто-то выломал. Там еще такая же дверь есть, которую... Которую кто-то ломал, но не доломал. Я не помню, вот такие узкие коридоры, я не помню, я был ли в узком я коридоре. И это на самом деле плохо, потому что... Это либо... Так, сюда, ну... Я здесь не был, это моя... Одна из неизведанных мною, так сказать... Прям пришел в какой-то... О, арка, звезды, небо, нифига себе. Вот это еще неожиданно. Так. Так, сейчас. Сейчас, секунду, тут где-то чего-то вроде было. А, вот. Фух. Выкрутился. Ну, так. Я здесь был. Мне сюда не надо, явно. Так. Сейчас я... Сейчас. Где тут выход был? Да что это? О, выход какой-то странный. Ну ладно. Я сейчас. Здесь, по-моему, я не был. Ну ладно. Хорошо. Сейчас что-нибудь случится, смотрите. Сейчас по-любому. Я просто. Сейчас. Серьезно, сейчас будет. Сейчас что-нибудь будет. Так, там робот. Так я был у робота. Значит, ничего не будет. Или будет. Но всегда что-то есть. Женщина. Вы сейчас плачете? С вами сегодня. Чё-то я заблудился. Я был здесь, я не знаю. Ладно, допустим. Так, там что-то тоже было вроде. Да я забыл. Я не знаю где, я сейчас просто иду. Я сейчас просто иду, понимаете? Я не знаю просто. Потому что я не знаю, ключ-карта должна где-то быть все-таки. Я должен где-то ее найти. Только сейчас даже если я найду ключ-карту, штука в том, что я не помню, куда идти, чтобы ее использовать. Вот что самое такое противное. У меня фонарик даже уже, видите, не работает вообще. О, воу! Вот это сейчас неожиданно. Чего? Ты чего? Все красное. Ух ты, что ты такой? Уйди! Уйди! Чего ты встал-то? Чего ты тут стоишь-то? Арка. Не, я сейчас выберусь, я по-любому. Я смогу. Я буду держаться вот... Что? Фонарик потух. Я буду держаться вот этого земляного... Не знаю, чего-то похожего на стену и как бы... Там все время кричит, мне не нравится. Мне это не нравится. Я просто сейчас в шоке. Так. Я ничего не боюсь. Я сейчас просто... Я уже взял ключ-карту и я просто сейчас буду искать что-нибудь еще. Без этого просто, я так думаю, ничего не... Этот самый... Так просто ничего не может быть. Я не могу просто, мне кажется, там... Оу, это что за шум? Это что, я не хочу туда. Ток. Можно я не пойду туда? Так. Вроде все нормально. Вроде все хорошо. Что-то как-то... Ух ты, что что с вами не так? Выход сломан. Блин, я, по-моему, здесь тел. О, ну ладно. Он замолчал, он больше не трещит, это хорошо. Ух ты ж, блин, какой ты стрёмный. Так. Я нашел стену. О! Да. Ну все, сейчас. Это было на самом деле. Я открыл ворота, и это было. Как бы. Это было здорово, да, я только не знаю, где их открыл. Вау, выход какой-то. Вниз? Чего? Я... Так, а мне здесь сюда надо вообще? Может, ну ладно. Эскалатор-то не работает, да? О! Это упавшие двери. Нифига себе, я как... О, что? Ворота, ну и? Ну ладно, давай. Что? Чего? С моей шеей все хорошо. Ну, ладно. Давай, говори, чего?
Мужчина, разговаривай. Похоже, мне сломали шею. Это было неприятно. То есть я не смог убежать. А! Ух, какие неприятные писки! Это смерть. Зашибись. Ты меня... Просто... Ух, так, что это за силуэт? Так, оооо... Это 173... Я... Ух, ты ж какой он страшный, 173... Ясно. О, все, конец первой... О, так я еще вернусь сюда.